Завтра я не могу. Я хочу попасть сюда сегодня. В плане, вход платный? Частично. И сколько же? Сколько есть. Эй, ему можно, а мне нельзя? Я заждался. Прости, пришлось немного задержаться. Не скучал, надеюсь? Как видишь, нет. Взял, как обычно. Я тут поглядывал на девочек. Ты в курсе, сколько такое бикини стоит? Да? Хрена. Все эти стразы, веревочки, фигня всякая. Куча денег. От 10 штук и больше. Почему бы и нет? Это же костюм. А костюм он дорого стоит. Да, но тут-то ткани поменьше, чем в обычном костюме. С одного моего пиджака можно 10 штук таких сшить. Здравствуйте. Готов сделать заказ. И вам добрый вечер. Моим Волан. И сегодня вы меня обслуживаете. Будьте любезны. Один бургер ультимейт с беконом, спагетти, колбасу и золотую корицу. Ваш заказ скоро будет. И, кстати, мороженое мы подадим теплым, поэтому для разогрева воспользуйтесь реверсивной микроволновкой. Один шарик мороженого. Хорошо. Я один клуб знаю, в нем девчонки вообще в драгоценных бикини танцуют. В каком смысле? В самом прямом. У них купальники расшиты стразами Сваровски. На эти деньги можно было бы машину поддержанную купить, а то даже и новую. Это одна из причин, по которой они такие дорогие. Сначала они привлекают внимание, потом возбуждают, потом парни готовы снять любые деньги на цену, лишь бы они продолжали сверкать. Настоящий бизнес. Их хотят. Вот что сказал кристалл. Будь их трусики, лифчики расшиты кристаллами, все они переживали бы, как все созревался с цветами радуги. У всех бы слюнки. А знаешь, что Фрейд говорил о женской... Нет! Он говорил, что это всего лишь представление разочаровавшейся мужской сексуальности и не отражает всякие там женские чары. А что ты несешь? Ты хочешь сказать, что они, мы восторгаемся? Да пошел ты! Все готово. Эй, Волан, постой-ка. Как ты думаешь, ты бы ее... Пора, мы еще тех не отправили. Серьезно? Я уже оттуда. Сегодня крики громче, чем обычно. Да, ночка предстоит длинная. До завтра.